зато стали чемпионами мира. И вот вновь победа на европейском первенстве. Самое, может быть, валидольное, позволю я себе такое сравнение, из наших успехов в Таллине. Но хороший задел в обязательном танце позволил стать сильнейшими Оксане и Максиму. В принципе, специалисты сходятся на том, что с произвольным танцем нынешним можно побеждать на Олимпиаде, но танец нужно доработать. Все-таки, вы знаете все, наверное, о проблемах Максима с коленом. Причем об этом говорят так часто, что уже, по-моему, Максиму самому нерадостно все это слышать. Конечно, те, кто внимательно следит за фигурным катанием, не могли не обратить внимания на то, что на недавних чемпионатах Канады и США, причем чемпионат США завершился буквально этой ночью, победители набрали сумму баллов заметно большую, чем Оксана и Максим здесь, в Таллине. Я имею в виду американцев Дэвис Уайт и канадцев Вертю Мойер. Что в связи с этим нужно сказать? Как ни парадоксально, не следует на этот факт обращать никакого внимания. Хотя бы потому, что на национальных чемпионатах судьи достаточно судят лояльно, либерально и завышают баллы сильнейшим фигуристам. Безусловно, Оксана с Максимом, будучи действующими чемпионами мира и Европы, главные претенденты на победу в Ванкувере. Главное, чтобы не подвело здоровье.